У Беларуси адраджаюць санавіяцию. Адпаведный указ подписал президент. Зараз идет распрацовка документации и материальной базы. Апроч закупки реанимационного обсталевания есть полгода на створение в областных центрах умов для максимального приземления санитарных вертолетов. Тему протягне Катерина Городницкая. Ранее помежные функции санитарной авиации выконывала аварийно-вертовальная установа Министерства по надзвичайных ситуациях. Але у большинства их вертолетами доставляли донорские органы. В обычном режиме медицинские учреждения области справляются с поставленными задачами, используя автомобили, реанимобили, ну вот сообщения по дорожному покрытию, по дорожному полотну. Новый закон предугледживает, что санитарные вертолеты будут использоваться у надзвичайных ситуациях. Например, тяжкое ДТП и шмат потерпелых, яких необходимо доставить в больницу. Допустим, травматическая ампутация конечности. Данный вид медицинской помощи в республике сосредоточен на базе одного медицинского учреждения. Только определенного времени ткани сохраняют без достаточного уровня нервного обеспечения, обеспечения сосудистого и так далее. Они сохраняют свою жизнеспособность. Вот в таких ситуациях это будет наиболее актуально. Для работы санавиации необходимы специальные пляцовки, где может сесть и взлететь вертолет. Указ предугледживает их размещение неподалеку от областных больниц. Как подлумачили во управлении аховы здоровья облвыконкама, будовать пляцовки дорого для бюджету. Але у регионе знайшли выйсти. Если рядом аэропорт с областной больницей, что-то расстояние там 10 километров, у нас есть договора именно с МЧС о базировании и о оказании технической помощи в нашем аэропорту. Поэтому на сегодняшний день ничего не нужно, он может прилететь хоть через 5 минут. Указ предугледживает оснащение поветренных машин реанимационным медицинским обсталеванием. Катерина Городницкая, Александр Тарасов, новини региона.